Здорово, народ! Вы на канале Арти, у нас снова Predator Hunting Ground. Сорян за звук вот этой винды, блин. Так, у нас охота начинается. Мы идем искать бедолаг. У нас новый билд, мы играем берсерком. Это очень мощный хищник, очень здоровый, много жизни имеет. И у нас лук, да, я давно хотел лук апнуть, точнее открыть его. У нас есть пассив, увеличенный урон от лука. Ну, короче, будет сейчас жестко. Я думаю, ребятам, которые против меня попались, сейчас жестко не поздоровится, на самом деле. Вот, записываю, как обычно, без текста. Мы просто с вами... Нормально я импульс дал. Вообще никого нет поблизости. Что это за звук? Не, этот звук я знаю, я даже его издавать могу, смотри. Да, ну получается. Короче, я продолжаю в эту игру играть на самом деле. И меня, видимо, уже ничего не остановит. Пофигу мне на обзоры, пофигу на мнение каких-то критиков и всего такого. Игра мне нравится, игра мне по душе. Игра максимально человая, типа, блин, ну камон. Да, в ней есть проблема. Я считаю, что она... Что она сыровата, конечно. На данном этапе своей жизни она сыровата. Ладно, давай сосредоточимся на игре. У нас снова, повторюсь, берсерк. У нас билд через лук. У нас новая крутая маска. Вообще жесткая на превьюшке, вы видели? Посмотри какой. Ля, ну как такого можно не бояться? Я не понимаю. Будет жестко. Короче, пока мы импульсом их не найдем, особо их искать, наверное, нет смысла. Потому что они могут быть где угодно. А может и не могут. Что это за звук был? Ну что, пора импульс отправлять. Ну да, вон, я там их и слышал. Так, они уже начали свою операцию. Но вы понимаете, да, кто из них выживет, а кто нет? Я думаю, что никто. Так, тихо. Я думаю, здесь мы уже должны все видеть и слышать. Вон они бегают. Как тебе, братик, урон? Как же хорошо. Иди покрути. Вот это урон, посмотри. Я его просто минусанул. Я очень хочу с луком поохотиться на ребят. Ой, жесть какая. Какая это жесть. Так, это дач. У нас против нас играет дач. Ну, это, в принципе, неплохо, кстати. Сейчас копье проверим. Сегодня ты не умрешь. Где мой лук? Где мой лук? Куда он стреляет? Хорошо. Что? Как я сейчас не попал? Тихо, 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 маленький, тихо. Сейчас я тоже так буду делать, смотри. Даю дым, хорошо. Так, зарядили энергию, погнали дальше на дерево. Так, ну я их вижу маленьких, вкусненьких. Он мне. Так, 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 тихо, 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 тихо. Очень много урона от лука, конечно. Блин, я не знаю, запушить их там двоих. Так, так, так. Мне нужно мое копье.
А где два других? Они разделились. Так, так, так. Офигеть, какой эффект крутой. Они, интересно, умеют отмечать? Бедолаги. Я вижу тебя, маленький. Очень нравится мне с луком охотиться. Ну давай, давай, давай. Я и сам встаю. Тихо, тихо, он его уже поднял. Очень быстро. Тихо, 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 тихо. Мне нужен кабанчик. Полюбившийся уже всем, кто смотрит мои видео. Блин, я молчу, потому что я максимально напряжен. Давай на бочку. Хорош. Ой-ой-ой, как я ему попал хорошо. На. Дача нужно приговорить. Хорош. Как мне нравится с луком играть. Help me. Help me, да. Блин, я не того приговорил, кстати. Кабаны, кабаны, мне нужны кабаны. Я не хочу сильно их пушить на самом деле. Просто если я их запушу жестко, если их жестко запушу, они могут ливнуть. Есть такая вот еще проблема в этой игре. Так, я за кабанами. Тебе в инвизи бегу. Пышечки мало было, кабанчик спас. Как говорится, братья наши меньшие. Опа, еще и тревога. Да как же им не везет-то, а? 9 стрел. Сейчас мы под шум волны, как говорится. Блин, мне нравится, очень нравится с луком играть и с этим билдом. Стрелять тяжеловастенько, конечно, немножко. Но это тоже все такое. Требуется просто сноровка и, ну, со временем научишься, как говорится. Блин, давай поставим им капкан вот сюда. А как капкан ставить? Почему он не ставится-то? Во. Тихо! Это что было? Как он меня увидел-то? А, это ловушка, это не капкан. Блин, я не то поставил. Да я вас видел, чего вы прячетесь. Пора подраться на мужика. Вон он. Я сейчас запушу, смотри. Опа, пошел. А не надо от своих отделяться, вкусненький, маленький. Как же было хорошо. На дач. Ой, лук имба, вообще лук имба. Так, ну что, остался последний, но он, наверное, уже чухнул. Или не осталось? Кабанит. Ага. Он, возможно, пошел их резать, кстати. Я хочу с ним поиграть. Ну как поиграть? Нет, я не хочу играть. Я лучше в один выпуск сделаю две каточки. И будет еще челово. Не показался ли он под трубой вот здесь сидит? Так. Блин, а у меня... А, но сетка есть у меня.
Нет, у меня сетки с собой нету, да? Я тебе говорю, он вот здесь где-то сидит. Или мне показалось? Блин, хитрый засранец. Стрелы соберу. Сейчас, если он всех резнет, блин, будет жестенько. Так, мне нужен импульс. Мы должны его выследить. Он пошел миссию, что ли, дальше делать? Тихо. Да, смотри, он подкрепление вызывает. Лол. Так, окей. Они знают, с кем они связались. Может быть, это и будет интересненькая серия, я вам так скажу. Где здесь подкрепление вызывается? Так, отряду подкрепления. Смотри, они так далеко. Или неужто это там? Так, тихо. Я знаю то, что вот здесь раньше была эта штука, но его я здесь не вижу. Как ни странно. Очень странно. Неужто дальше? Какой он крутой просто. Я прям чувствую силу. Вы чувствуете силу этого хищника? Я, конечно, не про охотника, и обычно я играю все-таки за отряд. Чаще всего, потому что за хищника очень долго катки ищутся. Так, сколько у нас стрел осталось? Слушай, ну 17. Если стрелять грамотно и хорошо, то это будет изи. Слушай, ну они миссию не довыполняли. Где он их мог поднять? Они же по-любому при... Что это было? Ты слышал? Вообще их не слышу. Слышу. Что, на воде ждет? Да, вон. Хорош. Первый пошел. Да куда ты? Ой, вот это управление, конечно. Тихо. Расслабьтесь. Обмазались они грязью. Вот это посмотри на них. Куда идем мы с пяточком? Большой секрет. И не расскажем мы о нем. О, нет, и нет, и. И нет. Куда вы маленькие? Вертолет вызвали. Да ты шо? И в водичке бегаем. Так. Это не человек, да. Их двое? Ой-ой-ой, копье. Ням. Хорош. Слушай, ну я их по два раза убил. Я думаю, этого достаточно даже на одну серию. Угу. Какой красавчик. Короче, новый билд. Берсерк очень толстый. То ли отряд был у них не очень опытный, то ли, я не знаю,
Но урона у него достаточно, хп очень много. И, а лук это вообще имба, я не знаю. Вот лук нужно нерфить. Лук нужно реально нерфить. Но, а с тебя я буду опять ждать какой-то лайк, какую-то подписку, желательно комментарий, если тебе нравится то, что я делаю. Спасибо тебе за просмотр.